смотри, вы в конце начали творить такие непонятные вещи. Это вам помогло выиграть. Кто стал инициатором? Да я не помню, кто второй мяч забил, но это стало переломным моментом в матче, потому что соперник понял, что они могут пропускать. И, видимо, они этого испугались, и как-то они вообще встали в своей штрафной, и нам осталось только додавить время, чтобы... Ну, времени хватило, чтобы ничью выцепить. Смотри, последние 3,5 минуты. Почему не раньше, не позже? Вы поняли, что вам нечего терять? Нет, соперник хорошо играл. Мы на самом деле не ожидали от них такой прыти, они действительно хорошо играли. Хочется попросить прощения у Криповника, что не смогли выиграть, но мы сделали все, что смогли. Действительно, Макаби играл очень хорошо, лучше нас, я считаю. Нам повезло, что ничья. Несмотря на то, что мы выдали такую ударную концовку, я считаю, мы не заслуживали ничьей в таком матче. А почему не удавалось собраться в начале? Я не знаю, может быть, как-то сказывалось то, что мы уже вышли из группы и хотели как-то не особо напрягаясь выйти, обыграть соперника из второй лиги. Но, как оказалось, ребята хорошо играют, мы не были к этому готовы. Вот. Хорошо, спасибо большое.